Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу поделиться новыми инвестиционными идеями, которые поступили мне, их достаточно много почему-то, неожиданно. Итак, смотрите, была инвестиционная идея от 29.03 по покупке Web23, это облигации. Ну, в принципе, на 4 года держать. Да, там повышенная доходность, я думаю, что там вообще ничего не грозит. То есть облигации растут в цене буквально. Следующая инвестиционная идея. IHS Market LTD AO. На глобальном рынке это американские акции. Честно говоря, я их не нашел на СПБ. Следующая инвестиционная идея. Нефть. Фьючерс на нефть, горизонт инвестирования 4 месяца, то есть аналитики открытия ждут, в общем-то сказать, дальнейшего роста цен на нефть. Хотя мне кажется, что здесь написано «держать». Буквально вот вчера нефть сильно выросла, за 70 уже на событиях в Ливии, там идет обострение ситуации, соответственно, военные действия, поэтому нефть, судя по всему, выросла, да, и Венесуэла. Но что-то есть у меня опасения, что нефть сейчас достигла как бы там локального максимума по лентам Боллинджера. Я посмотрел, не знаю, мне кажется, сейчас рискованно, может упасть резко при как бы вот любом событии буквально. Следующие две буквально одинаковые рекомендации: МРСК Центра и Приволжья и МРСК Волги. Соответственно, покупка и доходности ожидаемые 29,87%, 28,66%. Вот согласен. МРСК – это межрегиональная, по-моему, распределительная сетевая компания. Они сейчас растут все буквально, и это как бы вот логично. ПАО МРСК «Волги» – Распадская. Распадская по 128, ближайшая цель 138, доходность 3,07% на 14 дней. Ну, в общем, она уже выросла, собственно говоря. То есть 0,4 была, и вот это вот сработало. Она выросла достаточно сильно буквально в последний день, вот несколько дней назад. Очень такой солидный был рост. Вот. И вот самая, наверное, интересная рекомендация. Алроса. Смотрите, Алроса от 05.04 открывать. Доходность предполагается 4,54%. Я пока, честно говоря, не открыл. Ну, просто в пятницу я был в Москве. И, соответственно, просто не смог. Это было 5 числа, я был в Москве. И 5 же числа, самое, наверное, интересное из всего, потому что люди обожают валютные пары. Вот это евро-доллар 6.19, фьючерс, покупка. И смотрите, цена открытия позиции 1.12.85 и цена последней сделки 1.12.87. То есть пока еще можно покупать. Ближайшая цель 1.16. Что это значит? Это значит, что аналитики ожидают ослабления доллара по отношению к евро. Вот как бы так. Давайте почитаем, что написано. Целевая доходность 5%. В валюте, заметьте. Так. Ближайшая цель 1.16. Не буду читать предысторию, но, впрочем, с начала 2018 года экономика ЕС начала вновь замедляться на фоне торговых войн, развязанных Дональдом Трампом, проблем европейских автопроизводителей по линии Дизельгейта, помните, да? А также локального провала ликвидности на рынках из-за сокращения баланса ФРС и полного сворачивания программы количественного смягчения ЕЦБ.
Сейчас, вероятно, уже можно говорить о том, что локальное замедление экономики ЕС в целом уже состоялось, а дальше мы, скорее всего, вновь увидим ее ускорение. Сальдо торгового баланса и счета текущих операций еврозоны в 2018 году немного пострадало, но оно продолжает находиться возле исторически рекордных уровней, являясь сильно позитивным для платежного баланса еврозоны в целом и для пары евро-USD, евро к доллару. 7 марта по итогам заседания по денежно-кредитной политике глава ЕЦБ Марио Драги объявил запуск новой программы льготных кредитов TLTRO-3 для европейских банков. Новые кредиты банкам начнут выдаваться с сентября текущего года до марта 2021 года. При этом кредиты будут привязаны к ставке ЕЦБ. И в отличие от программы QE, они не должны будут давить на долгосрочные ожидания по ставкам. Цель этого – справиться с перегрузкой в европейском банковском секторе в ближайшие годы. По факту TLTRO3 будет являться рефинансированием предыдущих кредитов LTRO. При этом Драги отметил, что экономика ЕС наиболее вероятно избежит рецессии, а инфляция в еврозоне вновь начнет двигаться к своему ориентиру в 2%, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Они мечтают о том, чтобы повысить инфляцию, потому что у них, ну, так сказать, до дефляции дошло. Это вообще кошмар. Новости о возвращении деловой активности в Европу могут быть негативным для условно-безрисковых европейских активов, гособлигаций Германии, Франции, но могут являться позитивом для европейского фондового рынка и в целом для пары евро-доллар. Наше моделирование показывает, что при текущих консервативных ожиданиях курс евро к доллару может колебаться в пределах 1.1 к 1.16. Что создает небольшой апсайд от текущих уровней европейской валюты. В случае же более активного восстановления темпов роста европейской экономики и более активного ускорения темпов роста потребительских цен, мы не исключаем возврат пары евро-доллар на уровне 1.25 и выше. Ну вот, то есть ожидают, что евро вырастет по отношению к долларам. Горизонт инвестирования 5 месяцев, долгосрочная цель вообще 1,25 доллара за евро. Ну вот, покупайте евро за доллары. И, наконец, еще одна уже инвестиционная идея, уже не связанная с этими, это инвестиционная идея по стратегии Wall Street. Я уже до кучи, сказать все сразу. От 5 апреля также Wall Street закрытие позиции CBPO по 96.75 не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Смотрим, что такое CBPO. Посмотрите, была рекомендация по стратегии Wall Street купить China Biologic Products Holdings CBPO. Так, вот здесь 4-часовой график у меня. Сейчас я переключусь на график подлиннее. Ну, наверное, все-таки недельный я зря. Дневной. Вот, посмотрите. Здесь рекомендация по стратегии Wall Street дала очень хорошую доходность. К сожалению, я не на полную катушку туда влез. У меня было недостаточно средств при этом, поэтому мой доход очень-очень маленький, хотя мог бы быть, ну, почти в два раза больше. То есть здесь доход должен был, по, если следовать стратегии Wall Street, должен быть в районе 60 долларов. Вот. Ну, посмотрите, какой рост шикарный. Вот это рекомендация очень дала хороший рост, и сейчас они рекомендуют просто зафиксировать прибыль на достигнутом объеме. Я думаю, что в понедельник я закрою эту позицию и зафиксирую прибыль. Вот. Ну, я надеюсь, что эти инвестиционные идеи вас, ну, во-первых, порадовали, во-вторых, заинтересовали. Я буду и дальше регулярно вас знакомить с различными инвестиционными идеями, идеями, как заработать на фондовом рынке, поэтому оставайтесь на моем канале. Если вы еще не начали инвестировать на фондовом рынке, начинайте. Я помогу вам. Для этого предназначен мой курс «Биржа для чайников». Вот, вот там будет значочек «И», соответственно, вы можете нажать и перейти туда.
Вот, ну, сейчас лайк традиционный и до встречи. С вами был Демитков Юрий.